Случайно небо, глубокая тайна, но Библия свет перед нами нам открывает ее за облаками, за облаками есть вечное бытие. Душа в мире зла не пригрелась, земля ей не стала домом, хотя для нее все имелось, и было поздавки готово. Попали. Александр душой нелепо, душа моя выстремится, нужны ей свобода и небо. Небо, оно не случайно, небо, глубокая тайна, но Библия свет перед нами нам открывает ее за облаками, за облаками есть вечное бытие. Если вы знаете текст, то делитесь с тем, кто не знает. О, молитва! Давайте молитва. Очень важная вещь. Последний поем. О, молитва, жизни Богом ты дана. Скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях я стоял и душою с Богом говорил. Услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог, помоги, я выбился из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным, и такой же бури в сердце в этот вечер я томим. Но смирившийся во прах со слезами на глазах я в скорбях Иисуса умолял. О мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело, я измучен и почти упал. Боже мой, я в жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найду. Одно прошу лишь я, чтобы я чувствовал всегда, как твоя несильная рука на плечах лежит наш мир, и среди житейских дней ободряет ласково меня. О, молитва, о, молитва, благодарностью горю, прославляю Божью силу, благодать и глубину. О, молитва ты моя, поднимавшая меня, когда в бурю падал я без сил. К небесам, где слышал Бог, ты несла среди невзгод, я в молитве радость получил. Переделанные слова. Ну да, переделанные. Все. Готовимся. Пост кончается, надо заниматься.
Сейчас мы будем занятия.